Och, to Ты посмотри, луна говорит. Как она говорит? Девчонки, посмотрите. Боже мой, я и не думала, что так. А ну-ка приблизь ее побольше. А максимально приблизить можешь? Вот приблизила. Она говорит, что ли? Да. Ничего себе. Слушай, а может это облака? Это облачность, наверное, ее так преображает. Нет, нет, нет. Она смотри, говорит. Лицо четко. Точно. Слышно. Она прямо сюда приближается. Смотри, как лицо выделилось четко. Глаза, нос, рот, ты посмотри. Я, да, и вот как будто это кудри такие. А давайте пошлем ей привет, Луне. Галь, ты видишь? Смотри, да? Мне всегда в детстве казалось, что у Луны лицо. Ну да, вот лицо, смотрите. Глаза, нос, рот. Улыбается она. Ну там облака, они двигаются. Не, я вижу вот эти вот, как у Земли, вот эти вот, даже вот смотрю туда, и почему-то я вижу... И землю, и различные каналы. А корабли ты видишь? А вот эти? Пониже опустили корабли. Не видно ничего. Что-то... А вот они. Они увиделись, голову. И думают, как они. Знаете, девчонки, я однажды видела, как наш мост обвалился. Вот это. И как мы сейчас ушла под воду, под землю. Где, во сне? Что я видела? Мост обваливается. Обрушился. Потому что ты там ушла под землю. Мама говорила, что ты такой была. Я помню... Когда автобус шел, тогда еще ходили единички, большие автобусы, скотовозы, так и он исправился с управлением, и колесо правое отделило, повисло прямо на плече. Да, и в этом автобусе ехала моя однокурсница. Она побежала тогда, бледная, как она рассказывала. Ну, хорошо, парни.